До Нового года остается 1,5 месяца, и тема зимнего праздника обсуждается все чаще. Вот и Госдума собирается принять давно предлагавшуюся инициативу о выходном дне 31 декабря. Законопроект уже получил положительное заключение правового управления Нижней палаты и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре. Правда, в некоторых фракциях инициативу не поддерживают, считают, что у хорошей хозяйки заранее все должно быть готово. Однако эксперты считают, что свободная от работы 31 декабря поможет создать атмосферу праздника в этом непростом году. А что думают тверичане о выходном, мы спросили у них самих. Я думаю, что лучше на усмотрение, как сейчас все частное, на усмотрение предпринимателей. А для всех не нужно? Для всех не нужно, да. Не знаю, мне кажется, в принципе, все зависит от того, у кого сколько, какая занятость, кто кем работает. И, наверное, каждый индивидуально может ответить на этот вопрос. Я считаю, что да. А почему? Чтобы все люди успели подготовиться и с близкими собраться, чтобы все успели сделать. А вы вот каждый год работаете в 31 декабря? Я да. Не отпрашиваетесь? Нет. Честно, мне все равно. Одно скажу, что у нас в России очень много праздников. Мы не работаем, мы празднуем все время. Поэтому это не важно. Впрочем, в нынешнем году 31 декабря выпадает на субботу. Поэтому вопрос о предновогоднем выходном решится сам собой.